капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Такие же отважные и жизнерадостные, как герои песни. За плечами ветеранов тяжелые военные годы, работа в тылу. Объединяет их любовь к творчеству. Эдуарду Орлову 91 год. Поет в хоре с момента его основания. Это личное удовольствие, общение с людьми. Так. Новые песни – это ведь тоже большое дело. Так. То есть имеется в виду, хоть маленький в нашем положении, но все-таки рост творческий. В репертуаре хора русская и татарская классика, народные песни. Более 100 композиций. Репетиции у ветеранов проходят 2 раза в неделю. Дом народного творчества стал для них родным. Об усталости говорить здесь не принято. Характер закаленной войной не позволяет. У нас большая семья здесь. Родные. Без них мы уже жить не можем. После Геннадия Леоновича у нас был перерыв. Мы как бы без дела были. Потом вот у нас появились новые руководители. Нам просто повезло. Ольга Николаевна, чудо. В этом году хор отметит свое 35-летие. Началась активная подготовка к юбилейному концерту. Для реализации праздничной программы не хватает голосов. Хор планирует увеличить до 40 участников. И мы приглашаем всех, кто любит петь, кто хочет петь, кто не просто петь, а научиться правильно петь, хорошо петь. В хоре, где у нас многоголосие, мы вас ждем. Активных нижнекамцев приглашают 11 сентября в Дом народного творчества. Репетиции проходят на 3-м этаже в 309-м кабинете. Начало кастинга в 17 часов. Гульяна Нигматуллина, Евгений Лазаев, новости НТР.